Мечта красноярцев об отдыхе в Европе может так и остаться мечтой. Накануне появилась информация о том, что последний в этом году прямой чартер из Красноярска в Европу улетит 7 июля на Кипр. По прогнозам туроператоров, теперь улететь в заграничный отпуск по системе путевок можно лишь по трем оставшимся направлениям. Это Таиланд, Вьетнам и Тунис. Остается и регулярный рейс в Пекин. Красноярцы, планирующие отдых осенью на острове Крит или на Кипре, вынуждены были менять планы. Туроператоры разводят руками. Всему виной кризис и, как следствие, низкий пассажиропоток. Подрос все-таки евро по сравнению даже с прошлым годом. И есть категория граждан, которым просто запретили выезд за границу. Да? Ну, там санкционировано официально, неофициально. Плюс ко всему на Кипр, в отличие, например, от Турции, где большинство отелей было все включено, и вам можно было с собой взять $10, да, грубо говоря, и отдохнуть прекрасно, то на Кипр нужно с собой брать деньги. Самым бюджетным вариантом по-прежнему остаются путевки в Таиланд. Но все больше красноярцев в целях экономии выбирают отдых на озерах Хакасии, на Алтае, в природном заповеднике Ергаке и на озере Байкал. Тем не менее, сегодня в пресс-службе Красноярского аэропорта заявили, не стоит торопить события, ведь пока никакой информации об отмене прямых чартерных рейсов в Европу не поступало. А вылеты на Кипр осуществляются в среднем по 2-3 раза в месяц. И на сегодняшний день по документам загрузка рейсов практически полная вплоть до конца августа.